В Бостоне власти ликвидировали палаточный городок участников движения «Оккупируй Уолл-стрит». Операция началась рано утром, когда обитатели лагеря спали. Те, кто пытался оказать сопротивление, доставляли в участок. Арестовано около 50 человек. Мэр Бостона объяснил снос городка тем, что акция протеста мешала жизни мегаполиса. По тем же причинам были ликвидированы палаточные лагеря участников движения еще в нескольких городах США. И теперь протестующие меняют тактику. Они собираются проводить